Добрый день, уважаемые зрители, добрый день, уважаемые участники проекта «Соволмаш». С вами, как всегда, Александр Сударев, и вы находитесь в нашей съемочной студии. Сегодня речь пойдет о очень важном событии. О событии, которое для многих из присутствующих в проекте началось в 2017 году. Это начало этапа, когда проект «Соволмаш» приступил к сбору финансирования за счет привлечения народных средств. И это действительно очень важный этап. На начальном этапе значительно выше был риск того, что мы не сможем достигнуть тех или иных целей и задач, которые были перед проектом поставлены. Напомню, что на сегодняшний день мы прошли уже определенное количество точек невозврата, и те события, которые были закончены, говорят нам на сегодняшний день о том, что мы уже стали резидентами особой экономической зоны «Технополис Москва», о том, что уже началось строительство будущего проектно-конструкторского технологического бюро. Я думаю, что многие из вас уже видели видеоролик, в котором мы показываем, как компания-субподрядчик «Астрон» уже занимается производством металлоконструкции для будущего центра и так далее. Таких событий было действительно очень много. Было пройдено много этапов, была сформирована испытательная лаборатория высочайшего класса, высочайшей точности. Не побоюсь этого слова, одна из наиболее инновационных лабораторий в Российской Федерации. Был сформирован опытный участок, литейный, обмоточный цех, плановый экономический отдел, отдел капитального строительства. И перечислять то, что мы смогли реализовать на сегодня, можно действительно долго. И те, кто поддержал нас на первых этапах, это те люди, которые, скажем так, поверили в ту задумку, в ту идею, в те намерения, которые были озвучены. И на момент начала реализации проекта, вот многих фактов, которые сейчас говорят о нас, как о компании, которая имеет определенную историю и определенный опыт, сказать было нельзя. Да, действительно, на тот момент уже существовала технология совмещенных обмоток. Да, она уже зарекомендовала себя во всем мире. Двигатели работают на разных континентах. Их более... их сотни. Сотни тысяч двигателей, которые уже переоборудованы, которые работают по всему миру. Но именно начало реализации проекта по строительству будущего проектно-конструкторского технологического бюро началось именно в 2017 году. Поэтому нами была предложена такая активность, как создание, заложение капсулы времени. Собственно, в наших социальных сетях было объявлено об этом, и все желающие присылали свои пожелания, свои данные для того, чтобы принять в этом участие. На сегодняшний день мы подошли еще на один шаг ближе к реализации закладки капсулы времени. На сегодняшний день был подобран специальный защитный, защищенный кейс, который полностью герметичен, он не подвержен коррозии и на него минимально воздействует окружающая среда. Далее нами был выбран материал, а именно нержавеющая сталь, на которой с помощью нашего лазерного гравера были нанесены фамилии и имена тех, кто принял участие в создании капсулы времени. И чуть позже мы сообщим вам, когда планируется закладка самой капсулы. Планируется она под малой архитектурной формой. Какой, вы также сможете узнать подробнее позже. Но сегодня мы уже говорим о том, что мы закончили формирование самой капсулы, и теперь она будет ждать своего часа, когда мы сможем произвести непосредственно заложение капсулы времени. Поэтому еще раз объявляю благодарность от лица всей команды «Соволмаш» всем тем людям, которые поддержали наш проект в самом начале, которые продолжают поддерживать его сейчас, и в том числе, кто только присоединился к проекту, потому что именно благодаря вам многое из того, что было достигнуто, стало реализуемым.
познакомиться с тем, как же выглядит сам защищенный кейс, вы сможете, перейдя по ссылке в описании, в Instagram компании Sovelmash. Там вы сможете ознакомиться и с этой фотографией, прочитать пару интересных постов, поучаствовать в активностях, которые предлагает вам наши ежедневные сторис и многое другое. Поэтому обязательно подписывайтесь на наши социальные сети и будьте в курсе всех последних событий из проекта Sovelmash. До новых встреч!